Дым от пожара был виден сразу в нескольких районах города. Тем не менее, сказать, что именно произошло, никто из работников базы не мог. Какое-то время ни сотрудники МЧС, ни представители газовой службы попросту не могли попасть на охраняемую территорию. Чего там сгорел-то? Склад! Примечательно, что еще летом прошлого года здесь уже был сильный пожар, в результате которого полностью сгорело одно из крупных строений. Как в том, так и в этом случае помещение сдавалось в аренду нескольким предпринимателям. Я не знаю, там цеха горят, там частники. Вот, они горят. Что именно случилось в этот раз, пока не ясно. Администрация базы от каких-либо комментариев отказывается. К счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал, а огнеборцам удалось спасти от огня несколько автомобилей.